Всем привет гостям и друзьям моего канала. Меня зовут Елена, кто не знает. Вот, и сегодня я хотела показать, как я буду черенковать гортензии крупнолистные, друзья. Вечное лето, бесконечное лето его еще, как его там называют. Вот, крупнолистные гортензии, друзья. И вот по многочисленным просьбам попросили показать, как я это делаю, друзья. Вот, до этого я снимала ролик, показывала, как я черенкую, значит, метельчатые гортензии, да, и древовидные. Вот, и сегодня я хотела показать, сегодня у нас 12 июня, хотела показать, как я буду черенковать, друзья. Это, кто смотрит, наблюдает мои ролики, да, это подарок от моей дочки, да, она мне выделила денег, мы поехали, купили гортензии. Вот эти крупнолистные, несколько сортов, друзья. Вот. Ну, давайте приступим. Катя у нас наводит, показывает. Череночки я беру, друзья, которые внутри. Вот эти вот большие, крупные, я оставлю. Хотя скажете, да, что вроде бы как не успела купить, уже черенковать. И с этого растения можно взять несколько черенок. Вполне. Желательно, конечно, брать с пенечком. Вот так вот. Отламываете. Вот сейчас такое время, да, когда вот именно нужно брать череночки, друзья. И вот несколько штучек мы с вами вполне возьмем. Это сорт Марс. Ну, еще, наверное, пожалуй, вот эту я возьму. Нет. Возьмем вот эти два череночка. Вот этот еще сейчас я возьму, и все. Вот так вот сейчас его подрежем. И вот так вот мы оставим. Мелкие я все убрала, а эти пускай сейчас набирают силу и нарастают. Вот что я делаю. Убираю все нижние листочки. Эти листочки я вот так вот подрежу, чтобы они у нас не забирали силу. Можно даже макушечку убрать, она нам не нужна. Вот таким образом сейчас обрежем их быстренько и поставим на череночек. Вот что у нас получилось. Макушечки я убрала. Здесь я нижние листочки все обрезала. Вот еще вот этот сейчас мы обрежем. Вот так вот. И все, достаточно, друзья. Вот, взяла палочку. Сейчас проделаю. Сюда я насыпала торф, друзья. Это кислый торф. Вот. Здесь уже разделила, потому что я хочу с каждого сорта взять по несколько череночков. Вот. И сейчас я буду делать отверстие. Торф я предварительно подлила, пролила, я имею в виду, чтобы он был влажный. Все. И я теперь взяла укоренитель, насыпала. Можно без укоренителя, я пробовала так и так. В принципе, и так укореняется, и так укореняется. Но чтоб уж наверняка, лучше, конечно, укоренитель. Воду я не обмакиваю, просто вот так вот обмакнула, я имею в виду, вот так вот укоренителем, и достаточно. Вот так вот мы, Катя показывает, да, наводит. Вот так мы сюда посадили. Возьмем второй сейчас череночек. И вот сюда его впихиваем, вот так вот. Запихиваем и придавливаем. Придавили, чтобы у нас не собирался, там никакого воздуха не было. Вот. Засунули, придавили. Вот таким вот образом я черенкую гортензии крупнолистные. Метельчатые гортензии я показывала, я делаю это сразу в грунт. Я имею в виду, под бутылочки все это делается. Вот. А крупнолистные гортензии я делаю отдельно в контейнере. Закрываю крышкой.
убираю либо в темненькое место, то есть чтобы не попадало так особо солнечных лучей, иначе они спреют, либо под лампу. Но вот у меня есть стеллаж дома, да, я поставлю вот этот контейнер, поставлю под лампу на стеллаж, и они будут у меня прекрасно укореняться. Свои результаты я обязательно вам покажу, как они укоренились, обязательно сниму ролик, друзья. В общем, кому было интересно, и кто-то, может быть, захочет себе развести гортензию, и у вас все получится, я вас уверяю и обещаю. То есть вот именно сейчас вот это время, когда нужно брать череночки, друзья мои. Это с начала июня по июль. Вот, друзья, буду заканчивать на этом ролик, закругляться, как говорится. Всем хорошего настроения, красивых вам соцветий, чтобы нам показали наши крупнолистные гортензии, чтобы они распустились и показали. Не знаю, в этом году, конечно, зацветут, не зацветут, но я надеюсь, что хоть по бутончику они у меня распустятся. В общем, и всем до новых встреч. Пока-пока.